Когда-то в моей жизни было очень длительное путешествие, оно длилось полгода. Я не находилась в своем любимом городе, Киеве, не находилась в своей любимой стране. И по дороге домой уже спустя полгода я слушала песню «Я еду до дому, до тебя до дому». Я так благодарна вам, потому что слезы радости и счастья, которые принесла мне эта песня, это просто неописуемые эмоции. Спасибо океану Эльзы.